Доброе утро всем! Привет из Израиля! Наталья вам рассказывает сегодня, как моют баки в Израиле. Мусорные баки зеленого цвета закопаны в землю на 5-6 метров. И вот их обрабатывают по утрам, моют. Еще один у нас есть такой тут. Видите, бак. Вот так. Вот тоже его обрабатывают. И вот я покажу как. Итак, хорошего просмотра вам. Всем пока. Сейчас, сегодня я хочу показать вам, как убирают у нас мусорные баки, как моют. Посмотрите, кошкам ничего не есть. Нечего есть кошкам. Все помыли, все убрали. Но это на несколько минут. Люди у нас добрые, сейчас принесут.